Это не групповая прогулка соседок по палате роддома. Горожанки видят друг друга впервые. Пришли на экскурсию для мам, которую организовал Благовещенский союз женщин. Маршрут стартовал в горпарке. Здесь и так частенько с 4-месячной дочерью Алиной прогуливается Юлия Теплова. В Благовещенске живут чуть больше года. Переехали из Комсомольска на Амуре. Узнать про областную столицу времени не было. Слетали в отпуск, отсидели карантин, потом ждали ребенка. Как узнала про акцию, записалась, не раздумывая. Но сконцентрировать внимание на экскурсоводе – та еще задачка. Так как она плакала у меня почти всю экскурсию, поэтому пока... Придете на вторую, да? Да, обязательно. Как только участницы экскурсии вышли из горпарка, внимание 3-летней Евы Трофимовой привлекли воздушные шары. Как тут отказать? Группа ждет, пока мама девочки Марина расплачивается за вполне предвиденную покупку. Самое главное – взять с собой карточку и деньги. Что если ребенок что-то будет просить, то можно было всегда купить. А мы каждую неделю мамочки с детьми куда-нибудь выходим. Очень часто мы выезжаем за город в походы, организуем походы семейные, мама и малыш. На первый мамоход организаторы собирали группу до 10 человек. Записались 7, пришли только 5. За час мамы с малышами прошагали от городского парка до дома купца Котельникова. Экскурсовод рассказала про основателей Благовещенска, о первых жителях города. Возле триумфальной арки предложила загадать желание. Заверила, оно сбудется, если зайти подарку со стороны Амура. Кстати, к отвлекающимся мамам руководитель экскурсии отнеслась спокойно. У нее у самой маленький ребенок. Но я старалась сегодня подбирать информацию так, что даже если что-то не услышали, я повторяла, если кто-то отвлекся. Но, конечно, специфика того, как быть мамой, она всегда накладывает свои отпечатки, но ребенок всегда важнее экскурсии, поэтому мне, как экскурсоводу, не доставляло это никаких проблем или хлопот. На следующую экскурсию приглашают уже отцов. Акция сменила название из-за претензий одноименной торговой марки. О времени и месте проведения папа-хода организаторы сообщат заранее. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город».